В настоящее время можно считать, что никакой высшей растительности, связанного с ней животного мира, на Марсе быть не может. Унылый Марс рисует нам академик Фисенко. И хотелось бы, чтобы оправдалась другая, оптимистическая точка зрения. Хочется верить, что наш маленький космонавт увидит именно такой Марс. Интересно, высказался уже знакомый нам Солсбери. Безусловно, можно предположить, что на Марсе имеются какие-либо подвижные формы, сравнимые с нашими растительноядными животными. Отсюда остается лишь один шаг, правда, очень большой шаг, до разумных существ. Мы должны быть ко всему готовы, чтобы пережить потрясение, которое, несомненно, вызовет встреча с разумными обитателями Марса.